А перед просмотром этого видеоролика хочу передать привет Давиду Шоутеру с Advanced Roleplay, Альвару Митчелсу с Advanced Roleplay Green и Шализу Дрезл и всей семье Дрезл с Advanced Roleplay Red. А если вы хотите, чтобы я также передал привет именно вам, то пишите комментарий «Туркин, передай привет с указанием своего ника и сервера, на котором вы играете». И я обязательно его передам. А мы переходим к просмотру этого видео. Всем привет, с вами Магнус и Туркин Экс. Всем здорово, братаны. Ну, Туркин Экс, чем мы сегодня займемся в новой серии Advance Будни-то, а? В общем, короче, у нас просто суперская идея. Мы сейчас купим мотоциклы, но мы не знаем, какие будем мы мотоциклы покупать. Ну, точнее, я знаю, какой буду мотоцикл покупать себе. Ну и я знаю, какой я буду покупать. Вот, но мы друг другу не говорим, и после того, короче... После того, как мы их купим, мы устроим гонки до какого-нибудь места, но это мы уже попозже решим. Но для начала нам надо снять денежки. Да, ребят, и кстати, спасибо моему подписчику Марку Галанта. Вот вы видите сейчас его ник на экранах. Спасибо ему большое, он стал спонсором этого выпуска, можно сказать, и помог нам с покупкой этих мотоциклов, потому что у нас денежек, конечно, не хватает. Но он с этим нам помог. Очень хорошо, кстати. Да, спасибо, чувак, спасибо тебе большое. Да, спасибо ему вообще огромное. И он мне, кстати, в прошлой серии, прикинь мне... Точнее, не в прошлой серии, я не снимал, в казино пошел. Слил ему, короче, 40к. Он меня узнал, этот. И тоже мне деньги отдал. Ну, вообще, спасибо ему, короче. Нормально. Крутой чувак. Так. Ты мне так. Как деньги переведешь, да? Да. Сейчас сниму их сначала. Снять деньги. Так. Снять. Сколько? 150 получается. 150 тысяч. Вот он 150 тысяч дал нам на этот выпуск. Так, ребят, снял я 150 тысяч. Скажи свой номер счета. Так, информация о счете. Значит, у меня 58-166. 58-166. 166. Хорошо. 50. Точно, точно, а то сейчас кому-нибудь. 58-166. Ага, ладно. Так, ого, Туркин Экс Ютьюб. Прям такое еще. Ага, прям 100%. Так, ну все, перевожу тебе 100 тысяч долларов. Наличными. А, какой наличными? Просто 100 тысяч долларов. Перевести. Так, ну вот я и перевел Туркин Эксу денежку. Сколько, 100? 100 тысяч, да. Все отлично, я деньги снял. Все, погнали тогда покупать. У меня ровно сейчас 100 тысяч денег. А, круто, круто. Слушай, а у меня-то оказывается сейчас 200 тысяч. Значит, у меня на счету еще было... А, ну да, мне же подписчик еще тогда 40к. Слушай, так я могу купить... какой-нибудь покруче мотоцикл. Вот, а? Да, вот такая вот. Погнали покупать. Не будем сейчас никому говорить, какие мотоциклы купим. Да, да, да. Ну ладно, гонка-то я не буду говорить. Ведь она должна быть гонкой. Да, у нас можно... Есть в курсе эти свидания вслепую? А у нас покупки вслепую, короче. Вот такие будут. Гонки, покупки. Гонки, покупки вслепую, во. Кстати, потом я тебе предложу съездить в одно очень-очень интересное место, где я не был, но очень хочу побывать. Я тоже. Который... Так ты ж не знаешь, в какое. Ну так я все равно хочу. Это не важно, да? Ага. Так, ну хорошо. Я надеюсь, в гетто тебе можно быть, да? Я надеюсь, тебя если не убьют. Нет. А, нет. Кстати, надо чат включить, ребят, давайте чат включу. Так, продам бизнес бургершот. Не, мы не бизнес, нам не нужен бизнес, нам нужен мотоцикл. Бомжи. Так, я надеюсь, как здесь... Как бы это грубо не звучало. Ну, так. У меня что-то не прогружается. У меня, еще. Кстати, тоже. Блин, слушай. Нету мотиков? 5 тысяч за вход. Жестко, придется отдать все-таки. Ладно, ребят, мы... 4990, ну это ладно, не 5000 хотя бы. Хотя бы не 5000. Так, покупка транспорта. Покупка, все, я не говорю. Так, ребят, у нас есть на выбор. Фага, Санчес, Вайфайтер. Дай 3 косаря. Подожди, сейчас. Фага, Санчес, Вайфайтер, Ферси 900, Фривей, BF400, PCG600, Квадр, BMX, Байк, Маунтинбайк. О, как.
Сколько тебе говоришь? 3 косаря, дай. Так, какой у тебя ID? Pay 519. Да. 519. 2000. 1000. Так, не флудите, не флудите. Все, отлично. Хватает, да? Да. Блин, пропал. Я за вход, за то, что... Оф, я думал, сейчас опять пойдет. Еще пойти. А то у меня пропала эта фишка-то, фигня. Так, все, стой. Давай на 1, 2, 3. Подожди, да. Так. Так, сейчас я определюсь, с каким мотоциклом. Ай, ну блин, ну такие, знаешь. Не, я знаю свой уже. Ну-ка, интересно, сколько он стоит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну в принципе это круто, но понтов от него вообще никаких. Блин, сейчас, стой, я перезайду в этот мотоцикл. Давай я сейчас, короче, угадаю, который ты купишь. Не-не-не, ты не угадаешь. Я угадаю. Нет. Ты не угадаешь. О, Тан! А я вот сейчас понял. Возьму и угадаю. Короче, знаешь, как он называется? Пассажир 600. Ты чё? Хоть как его купишь? Пассажир 600. Пассажир... Чё? Пассажир? Не, я не буду пассажир. Зачем мне пассажир? PCG 600. Ты сейчас так говоришь. Да ты сам его... сиди, я не хочу сидеть. Все, давай, покупаем. Два, раз, два, три. Пацаны. Я купи уже. Тоже покупай. Раз, два, три. Купить. Все, я тоже купил. Я купил. Ты краску сразу хочешь? Да, я хочу фиолетовый. Фиолетовый. Не, а я буду, я, наверное... Но вы же знаете, ребят. Вы же знаете, да? Самый гангстерский цвет. Но вы понимаете, да? Кто прошлой серии смотрел, тот знает. И розовый. Я смотрел твои прошлые серии. Че ты спойлеришь-то, а? Ладно, ребят. Ой, слышишь, тут этот Нига гангстерский, так что аккуратней будь. Сейчас я в вертолет сяду. Не выходи пока. А, давай релогнемся. Сет спаун. Стой, он меня сейчас будет сливать или не будет сливать? Вот он меня сейчас будет сливать. Че, релогнемся или как? Не, давай уже. В РП? Да. Сначала в твой отель, потом в мой? Угу. Ну окей, ребят. Все. Да. Ты готов? Только уже... не прыгать. Почему? Потому что кикнет. Кого? Никогда не кикало. Кикало. Я все время как с парашюта прыгаю, кикает. Там, видимо, парашют дается, и тебя за читы кикает. Да ну ты брось. Я тебе говорю, да. Ну, давай, давай, все, быстро вылазь. Так мне-то что? Тебе заспавнить же... А, ну ты там через вход зайдешь, заспавнишь, да? А что, надо спавнить? Нет, он должен вроде появиться. Вот это? Ух ты, у меня текстурка стоит, он прям такой. Нет, это не мой. Сейчас на нём... А, вот он, BMX, точно. Погнали. Вот мой гангстерский. Санчес? Розовый. Нет, ты чё, не мой. Ты чё? А чё, реально надо заспавнить, что ли? Да, иди спавни, короче. Спавни, давай. Нет, на спавн. 500 баксов, давай я тебе дам. Иди сюда. Иди сюда, давай, я сегодня мажорю, короче, сегодня. На, я мажорю сегодня. Жесть, ребят. Ты щедрый. 2к, кстати, погоди, ребят. Вот мой мотик, походу. Ребят, если вы волнуетесь за то, что я... Да, это мой мотик. Круто, сейчас погнали в отель Сан-Фьера. Ребят, если вы волнуетесь, то, что я сейчас без машины, без того, то есть отель, да, то есть никому призы не достанутся. Все будет завтра, то есть или сегодня даже, в зависимости от того, когда я выпущу этот ролик. Ну так вот, отели достанутся, призы, все это достанется вам. Так что вы не переживайте, я отель сниму в другом, поймаю, может, в Бисейдже или в пиратском, или в другом месте вообще. Так что вы не переживайте, вам призы достанутся, также денежки достанутся, так что все будет хорошо. Ну а мы отправляемся в Сан-Фьеро. Так, ребят, ну все-таки мы решили устроить гонку против Санчес, против Фривея на приз. Приз какой у нас? 10к, да? Да, 10 давай 10 тысяч, короче, поставим приз. Да. И вот на наше место назначения будет, но что там находится, мы вам говорить не будем. Я уже по карте показал. Ну так ладно. Я по карте-то тоже пока, на коне же не знает, что там. Ну, может кто знает. Ну ладно, короче, мы поедем, а вы увидите. Все, три. Два. Один. Куда ты поехал? Ну все, я все равно обогнал тебя. Пока.
Все, погнали. Я выпендрежник просто. Я понял. Нет! Жестко, я так влетел в столбец. Так нечестно. У тебя 4. У меня? Да, у тебя инстант хак 4, ха. Блять, у меня фризы. Двойные. Тройные? Не? Нет, тройных пока нет. Как так валишь-то? Ты сколько вообще едешь-то на Санчезе? 120. Чё ты гонишь-то? Так хочется панпинковать просто, пипец. Как ты... Как ты... Как так-то? Блин. Сколько ты валишь? Сколько ты едешь? 110. Блин, я 99. 100. 113. А, что-то я рано начал поворачивать. Я тоже, кстати. Все, ты вылетел, вылетел. Пока-пока. Так нечестно. Все честно. Так у меня тяжелый мотоцикл, не надо по дорогам ездить. Да ладно тебе. Правда. Отмазываешься. Ничего, сейчас ты еще сделаешь. Давай, давай, я сейчас тебе покажу. 10 тысяч мы. Да ладно, готовь просто уже. Да, да. 10к. Ты бедного таксиста запинговал, он упал. Да? Угу. Ты приготовил 10к, кстати? Да, конечно. Всегда. Да? Для меня. Те, которые я проиграл. Пожалуйста, не упади! Упади, упади, упади. О, да! Упал? Нет. Чуть не упал. Я, короче, решил по-короткому. Это моя единственная надежда. Блин, потом... О, я забыл, ты же тогда по коротким так же ехал и выиграл. Так. Давай, мочик, жми, так куда ты заехал? Красавчик. Нет. О, вот он ты. Пока-пока. Почему он застрял? Ты просто на финишной прямой. Жесть, мы 10 тысяч плакали, походу. Да, вот он, ребята. А вот он и наш... Финиш, ну, наш небольшой конец. Отрыв был, и то, потому что я сделал глупую ошибку в умелых руках. Да ты затупил просто, чё-то. Вот, ребят, кстати. Ага, это спа-центр. Мы в спа-центр приехали. Отлично. У меня как раз вот ты мне, знаешь, лишнюю 1000 давал, вот она на вход уйдет. Да, так. Ух ты, смотри, какие тут интерьерчики. Я даже чат включу. Так. Так, что смотри. Тут вообще есть-то? Я не знаю, смотри, мужик такой стоит. У меня фотика нет, жаль, ладно. О, смотри. Давай посмотрим инту. Здесь ничего нет, здесь что-нибудь есть? Здесь тоже ничего. Опа-на, раздевалка, раздевалка. Парилка. 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 Красные плавки. Плавки Беларусь. Белый купальник. Конечно. Красные плавки. Конечно, белый купальник. Плавки Беларусь. Ну-ка, мужские. Беларусь такой. Почему Беларусь и негр? Не понимаешь? Слушай, у меня еще в очках. Очки на очках. О. Стиль, мода. У тебя еще эти погоны, знаешь? Погнали. Погнали. Ты готов? Попариться? Конечно. Ну-ка, а че? Ух ты, смотри какая. Да погнали, пробежимся, короче. Конечно. А еще какая-то метка, смотри. Да-да-да, у меня она тоже. Бассейн! Жестко. Ребят, это круто, круто. Я не был вообще здесь ни разу в спа-центре. Прикольно, да? Покупаться можно. Там, смотри, можно прыгать с этой штуки. Да, вон. Тут можно сходки устраивать. Ты чё прям с языка снял? Я только что хотел про это сказать. Прям серьезно с языка снял. О, ну-ка. Бомбочка! Ну-ка, ох, как вообще водичка прям просто классная, да. Просто айс. А это еще и бар есть, да? Угу. Борецкий. Борецкий. Интересно. Квас, морс, зеленый чай, прям как... Я так возьму квас. Квас, квас, смотри, чтобы он не этот, не перебраженный был, а то тебя накроет. Ага. Все, 3 хп, по 3 хп, кстати. Ладно, побежали в этот, в парилку попаримся. Я знаю, что там будет, слушай. Что там будет? Парилка, что там будет. А вот это интересно, что такое? Что это? Ничего, это уголок просто. Для селфи, наверное.
так побежали в парилку, мне все-таки интересно, как там они парить-то будут. Как вейперы или вайперы, как они там называют друг друга. Все, погнали. Банный веник. Что? Банный веник? Серьезно? Смотри, стой, ляж. Анимка 11, наверное. Анимка 11. Так, не. Валяться в конвульсиях. Давай, во-во. Херач меня полностью. Я отпарю тебя как надо. Я отпарю тебя как следует. Я парю, где хочу. Законом не запрещено. Так, а тут что, подходит, все, больше, да? Ничего нету, что ли? Не, ну прикольно. Хоть что-то разнообразие какое-то, да? Угу. Не, ну штука прикольная, мне понравилось. Да, я удовлетворю. Своя 1000 отработана. Отработана, да? Ну это первый раз. О, тут еще такие раздевалки. Блин, в толкан толком-то и не заводишь, да? Угу. Только если даже не перелезешь. О-о-о-о. О, ну прикольная раздевалочка, парилочка, мне нравится. А тебе как? Мне тоже. Вот тут реально сходки можно четкие устраивать. Да. Вот, особенно вот в этом зале. Столько места. Да, и столько людей может прикинь в бассейне купаться. Так, ну что, давай покучаемся, я думаю. Так, давай, становитесь сюда, пожалуйста. Мистер, чё здесь? Воу, ты это видел? Я тебе просто хочу вот так вот сделать, без чата. Смотрите, ребят, смотрите. У-у-у! Видали? Прыжок ассасина. А как жестко. С разбега. Вау. Просто мог даже за 5000 сюда войти. Вот это реально того стоит. Так да. Круто выглядит. Не-не-не. О, прикольно. Ну что же, ребята, всем спасибо за просмотр. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, большие пальцы вверх, пишите свои комментарии. А также, ребят, если вы хотите поддержать этот проект Advance Будни, если он вам нравится, то вы можете поддержать его финансово, чтобы мы вот так вот тратили их на какие-то свои нужды, чтобы мы их вам показывали. Вот даже за тот же вход в этот спа-центр нужны были какие-то финансы. Спасибо еще раз хочу. Марио, вообще спасибо тебе, да, за то, что ты нам... Выручи, вот реально, да, спонсировал, да, всю, да, нашу, да, сегодняшнюю серию. Да. Красавчик, вообще спасибо. Вот благодаря таким людям серии становятся гораздо энергичнее, лучше. Так что, ребят, мой номер, мой счет в банковский 26123. Просто через банкомат можете положить даже 1000 баксов, можете 100 баксов. Вот. Кто сколько хочет. А мой 58166. Да, ребят, все, можете нас поддерживать, чтобы наши серии становились еще энергичнее и круче. Ну а с вами был Магнус и Туркин Икс. Всем! Goodbye!